Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинь покой. Силы даны мне небом и землей, я изгоняю тебя из этого дома! О, нет. Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Пеннивайз, поздоровайся! Всем привет! Как вы поняли, что я заказала на сайте Darknet Пеннивайза, как вы и просили, живая игрушка Пеннивайз. И сегодня мы будем ее оживлять с помощью вуду-обрядов 3 часа ночи в дьявольский час. Ну а перед началом 3 самых ваших крутых комментария. Ловите! Раз, два и три! Господи, я никогда не видела таких страшных игрушек, ребята. Я понимаю, почему она стоит так дорого, друзья. Ее глаза будто бы живые, и он будто бы настоящий. Кстати говоря, при заказе на сайте Darknet эту живую игрушку Пеннивайза мне сказали, что нужно быть очень осторожным, если я планирую проводить обряд вуду-магии и оживление этого клоуна, потому что может произойти все, что угодно. И будет страшно. Давайте будем вызывать духа Пеннивайза и переселять его в эту куклу. Фух, черт, ребята, из меня энергия просто так и прет, потому что это нереально прикольно, страшно и интересно узнать, что же ждет нас впереди. Обязательно зажгу все 3 свечи. Если вы видите, что мне недавно мои подписчики прислали новые свечи, они, кстати говоря, ароматизированы и пахнут очень клево, ну а также они уверяли меня, что они не обычные, а мистические. Поэтому, друзья, спасибо большое за подарок, и я начну вызывать духа Пеннивайза в 3 часа ночи в реальной жизни у меня дома. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Пеннивайз, я призываю тебя. Пеннивайз, я призываю тебя. Пеннивайз, я призываю тебя. Пеннивайз? Черт! Началось. Ребята, началось. Всегда действует это заклинание. И эти свечи реально очень крутые. Спасибо, ребята. Напишите, кто прислал мне эти свечи в комментариях. Я обязательно лайкну. Черт, они реально, посмотри, они реально магические, мистические. Сколько они дают этого дыма, аромата и магии. Что это за шум? Пеннивайз? О, господи! Посмотри, сколько здесь красных шаров! Черт! Ребята, как они здесь оказались? Все эти шары раскидал здесь Пеннивайз. Живая... Я вижу его! Я вижу его! Черт, Дима, иди ко мне! Дима, иди ко мне! Он прямо за тобой. Иди сюда, стой. Стой, пожалуйста. Ребята, что это у него в руках? Господи. Ты же любишь играть в корабль. Пеннивайз, я не хочу с тобой играть. Тебе нравится красный воздушный шарик? Мне не нужен шарик. Да перестань ты смеяться. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Куда он делся, Дим? Куда он делся? Черт, ребята, вы видели? У него в руках был шарик, он его лопнул. Пеннивайз. Бабочки, бабочки, бабочки! Он исчез. Что это? Пеннивайз, где ты? Пеннивайз? Пеннивайз, где ты? Ответь! Блин, ребята, он что-то замолчал. Он почти набросился на меня. Я не знаю, где его теперь искать. Я вижу тебя! Давай играть! Я владею.
Я видела его прямо сейчас за холодильником. Ребят, если вы тоже видели, то, пожалуйста, прямо сейчас напишите об этом в комментариях. Неужели мне это все не показалось, друзья? Это просто какая-то жесть. Он играет со мной, он прячется от меня. Но мне настолько страшно. Посмотрите, как трясутся мои руки. Я просто в ужасе. Я не ожидала этого, просто не ожидала. Ребят, это просто какой-то кошмар. Он за холодильником. Он был за холодильником. Пеннивайз, дай сюда. Я хочу показать его ребятам. Пеннивайз, ты здесь? Его тут нет. Пеннивайз. Мамочки, господи! Ребята, он висит прямо здесь, вы это видите, господи! Он висит в петле, черт возьми, в руках у него какой-то кораблик, он шипа, он дергает. Ребята, он прямо перед тобой, почему-то висит в петле. Его... А что это? Он исчез. Блин, он играет со мной в прятки, как только приближаюсь к нему, он сразу исчезает. Но он оставил этот кораблик. Что в этом кораблике? Посмотри. Это маленький кораблик, но здесь что-то написано. Он весь какой-то испачканный кровью. Господи, я не знаю, как прочесть то, что здесь. Ах, лучше разобрать его. Этот кораблик сделал Пеннивайз, он не сулит ничего хорошего. Смотрите, что здесь написано. Тебя ждет смерть. Откуда здесь это? Посмотри, остались волосы Пеннивайза. Значит, мне не почудилось. Как он это делает? Как ты это делаешь? Черт возьми, где ты? Нам нужно его срочно поймать. Нам нужно срочно поймать Пеннивайза. Где ты? Чертов клоун, покажись! Пеннивайз? Вот что я сделала с твоим корабликом! Черт! Покажись, что ты! Пеннивайз, хорошо. Я согласна с тобой поиграть. Давай, только я возьму тебя. Не бойся, я подойду к тебе. Давай, я сейчас возьму тебя, и все будет нормально. Договорились? Пеннивайз, оставайся на своем месте. Пожалуйста. Оставайся там, где ты сейчас. Черт, он набросился на меня! Пожалуйста, убери его! Пожалуйста, отпусти меня! Пеннивайз, отпусти меня! Он набросился на меня! Черт, он хочет меня задушить! Черт, убирайся! Ребят, он снова исчез. Пеннивайз, куда ты подевался, Дим? Что же нам делать теперь? Ты слышишь? Ты слышишь? Это звук от воздушных шаров. Господи, как мне страшно. Пеннивайз. О, нет. Пеннивайз, стой! Стой, что ты делаешь? Остановись! Стой, пожалуйста. Господи, что ты делаешь? Что ты делаешь? Остановись! Силой данной мне небом и землей! Я прошу, остановите! Остановите эту вуду магию! Силой данной мне небо и землей! Пожалуйста, нет! О, черт! Нет! Убирайся! Силой данной мне небом и землей! Я изгоняю тебя из этого дома! Все кончилось? Дим, все кончилось? Мальчик, откуда ты здесь? Дим, ты видишь? Это ребенок, это маленький мальчик. Это тот мальчик из фильма «Оно». Кораблик, который где? Который побежал за корабликом, за клоуном и исчез, и пропал. Откуда ты здесь? Откуда здесь этот мальчик? А может быть... Что происходит? Это Пеннивайз. О, Господи! От него осталась лишь одежда и кораблик. Дим, куда делся этот мальчик? Посмотри, ты же видел, он реально был здесь. От него осталось только этот кораблик, который он взял у Пеннивайза.
И его дождевик, тот самый желтый дождевик. Господи, ребята, как звали этого мальчика, я просто забыла. Пеннивайз его показал здесь, в реальной жизни, в моем доме. Ребята, как его зовут? Напишите прямо сейчас в комментариях. Я думаю, что это просто бомбический, крэзи, сумасшедший видео. И давайте соберем на нем 10 000 лайков. Ну а с вами была я, Королева Мистика.